Йоу, всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мерон. Сегодня я бы хотел поделиться с вами таким советом, как же удалить свой канал на ютубе с помощью телефона, только с помощью телефона. Для этого заходим на сам YouTube, я зайду в эмулятор, это у меня сейчас в виде планшета отображается, вот. У вас также будет на телефоне, только вот, ну, поменьше экраном будет. Смотрите, вы видите, вот здесь, когда зашли в YouTube, аватарочку своего канала, кликаете по ней. Здесь вам открывается окошечко, вы листаете это окошечко вниз, в самый низ, и находите здесь справка отзыв. Кликайте по этой вкладочке, и вы переходите на страницу помощь. Смотрите, здесь написано, как удалить канал. Вот, открываете именно вот эту статью, как удалить канал. Вот, и для того, чтобы удалить канал, смотрите, нам нужно перейти по вот этой ссылке, она у вас также на телефоне отобразится. Просто кликаете по ней, как я сейчас. Вот. И сейчас попробуем войти через Chrome. Получается, нас перекидывает на аккаунт Chrome. Вот. И смотрите, здесь вот вас перекидывает в настройки вашего аккаунта. Допустим, я перехожу в этот аккаунт. Вот. Чтобы никаких проблем не было. Хотя нет, вот так. В общем, и для того, чтобы удалить ваш канал, вы листаете эту страничку в самый низ. И смотрите, здесь написано «Удалить канал». Вот. Нажимаете по этой вкладочке, вам высветится то, что вам нужно будет согласиться, да, удалить весь контент. Потом вам нужно будет подтвердить свой адрес электронной почты и удалить свой канал. Так как я уже показывал, как удалить это на компьютере, то есть я удалил вот этот канал, а основной мой канал я не буду трогать, потому что это основной мой канал. Вот. Так что всем спасибо, я думаю, я многим помог. Подписывайся, ставь лайкосик. С вами был Мерон. Всем пока. Всем удачи. Кстати, буду искренне тебе благодарен за твою подписку.